Хоу, всем привет, дорогие мои друзья, с вами Дмин, Admin1 Games, и мы сегодня будем смотреть байк. Да, давно не было этого перса, да? Давайте-ка, наверное, перейдем и посмотрим. Так, нам нужен вот этот сайт и вот этот байк. Стоит он лям 605. Деньги у меня вроде есть здесь. И мы его сейчас приобретем, затюним и покатаемся. Посмотрим, что это вообще за аппаратец такой. И, конечно, не забывайте поддержать видео лайком, подписаться, если не подписаны, и оставить свой комментарий и мнение. Это очень важно. Так, приобретаем. Приобретаем эту штуку. Надо выбрать цвет. Да на самом деле я не знаю, какой тут можно цвет выбрать. Давайте яркий возьмем какой-нибудь. Пускай будет. Там затюнем, почему бы и нет. Давайте в мастерскую арену, опять же. Я думаю, там будем уже все делать. Вот и наш великолепный байк. Давайте-ка его осмотрим. Ну, на самом деле, выглядит неплохо. Заднее колесо немного вынесено, но совсем чуть-чуть. Угу. Довольно-таки симпатично выглядит, на самом деле. Я надеюсь, у него много тюнинга, и мы сможем с вами оторваться на совесть. Давайте присядем и поедем его затюним. Western Power Surge. Давай-ка затюнь мне, чувак, ее как следует. Броню мы ставить не будем. А, видите, можно сделать вот такую защиту себе. Боковые. Ну, давайте, раз ее можно сделать. Это мы все улучшаем. Двигатель. Кстати, цены, посмотрите, какие цены. Дешево все. Сам байк дорогой, но остальное все дешево. Как бы. А, это обтекатели, видите, можно его более таким сделать. Я бы, наверное, как-то вот так сделал. Вот так, наверное. Вот, нормально будет. Рамы. А, видите, его можно полностью закрыть. То есть сделать его закрытым. Доп цвет, основной цвет, передние крылья. А, ну понятно. Ну, наверное, я не буду делать... Давайте сделаем такие. Передние сиденья. Сиденье очень так... Не очень так прям видно, да? Можем, конечно, поизвращаться. Да, кстати, квадратные, круглые. Мне понравилось, тут что-то было такое... Ребристое, крест-накрест. Давайте вот так сделаем, наверное. Бензобак. Ну да, тюнинг есть. Может, не такой прям великий. Ух ты, нифига себе. Смотрите, что с ним можно сделать. Нехило. Так, клаксон мы трогать не будем. Фары мы сделаем стандартные. Очень дешевые цены на тюнинг. Это здорово. Так, что тут можно сделать в плане раскрасочки? Полоски, рисунки. Да, смотрите, тюнинга как бы хватает. Ха, американская мечта, да? Так, я, знаете, я хочу вот, наверное, вот так сделать. Да. Мне кажется, вот так надо сделать. Ну, по крайней мере, love first. Угу. Ущерб, зеркала. Зеркала, да? Ну, можно, видите, сделать такие более поинтереснее. Номер. Номер, куда же без номера в наше время. Задние крылья. Так, ну видите, здесь можно... Здесь нет такого, чтобы сделать, как переднее крыло. Я не буду трогать, потому что хочу, как бы, чтобы крылья одинаковые были. Пускай будет так. Окраска, видите, эмблема банды. Ну, цвет я не знаю даже, наверное, нет смысла менять его. Да это хрен с ним, оставим как есть. А, подождите, доп цвет, интересно. А, во-во-во, хотел сиденье сделать. Давайте сделаем черное сиденье, чтобы как-то было. Да. Колеса. Ну, колеса здесь понятно, какие колеса. Тут все как бы и так ясно. Давайте вот такие сделаем. Так, нет, это нам не надо. Заднее колесо, стандартное. Так вот, чтобы все было ровно. Цвет колес.
Давай черный, пусть будет шина. Дизайн шин. Какая разница, да? Ну, пулестойки я поставлю и черный дым. Так, все, поехали кататься, покинуть арену. Сейчас сразу поедем на выход. Так, что у нас здесь? А, ребятки, это же электробайк-то. Я только что заметил. Это же реально электробайк. Фух. Здорово. Я не помню, были уже электробайки вообще в игре или нет. Что-то я вот не припоминаю. Неплохо. Нормально, нормально. Хочу сказать вам, ребята. Очень бодренький такой. Бодренький и веселенький. Ну, конечно, это же все-таки байк. Надо понимать, что это байк. Так или иначе. Поэтому надо поосторожнее себя вести. Во. Вообще нормально. Вполне. Меня устраивает такое дерьмо. Я не знаю, как он... как он в плане вообще управляемости конкретно на поворотах. Но сейчас надо иметь в виду, что сейчас снежок у нас есть, как бы. И можно очень даже не заметить и улететь не туда, куда надо. Так что мы будем уже тут смотреть по ходу дела. Не, классная тема, мне нравится. А, у меня есть как раз идея небольшая. Как его можно немножечко испытать. Совсем немножечко испытать. Оп. Смотрите-ка. Уф, неплохо. Очень даже неплохо. Так. Что-то морду нельзя загнуть. Вы не дали получить за себя награду. Это хорошо. Слушайте, прикольная штука на самом деле. Ну, если, конечно, не падать вот так вот. Так, я его не похерил еще. Слава богу, нет. А, похерил, да? Блин. Вот и все, ребят, вот и покатались. Но мне понравилось, было очень эпично. Кстати, что хочу сказать, ребятки. Восстановление этого байка стоит 20 тысяч. Несмотря на то, что он вроде бы как... не настолько, ну, в ремонте дорогой должен быть, но восстановить его 20 кусков стоит, как какой-нибудь опрессор или что. Даже опрессор, по-моему, дешевле. Был какой-то особый транспорт, который можно было восстановить так же легко. Слушайте, мне нравится этот байк. Он быстрый, юркий, он прикольно выглядит. Ну, я так затюнил его, конечно, немножко нелепо. Само собой, надо над ним еще поработать. Но тем не менее, что могу сказать вам, ну я доволен. Поэтому не забывайте поддержать видео лайком, подписаться на канал и оставить свое мнение об этом агрегате. Как вам, что вам, будете брать или нет. А я поехал, всем пока.